Италии, диджей Миди. Всем привет, это ночной клуб Райан. Ну что, друзья, в принципе, у нас подготовлено несколько вопросов, которые мы, собственно говоря, сейчас будем задавать. Итак, Миди, привет. Хай. Первый вопрос. Какие впечатления от Украины и какие впечатления от легендарного андеграундного ночного клуба Райан? What impression you have about Ukraine and what impression you have about legendary underground club Prime? Yeah. Okay. So I like the city. It's the first time for me. It's incredible. Мне нравится город. Это впервые, когда я здесь. Because I have the first impact. I like the colors of the city of Kiev. Мне нравятся цвета Киева и людей города. It's incredible because it's the first time for me here and I like it. Это прекрасно, я впервые здесь, мне это очень нравится. About the club, it's the first time too. I think it's a nice club because I listen a nice sound system. Мне нравится клуб, это прекрасно, я тоже здесь впервые. Мне очень нравится sound система. I see nice lights, system of the lights. Мне нравится свет. And I see towards all nice, the security. Я вижу, что все работает, слажено, охрана. The people is good. Это хорошие люди. It's a quiet club, but the people is very hot and I like. Очень горячие люди, и мне это очень нравится. Ну что ж, в принципе, это весьма радует. И следующий вопрос. В чем отличие, скажи, пожалуйста, в чем отличие европейской клубной культуры от украинской клубной культуры? And next question, what is the difference of between European club culture and the club culture of Ukraine? So the first difference for me is one: the people and the club culture here in Ukraine is young. Прежде всего, разница в том, что люди и культура танцевальной музыки здесь моложе. It's a good because I think in the future more artists from Ukraine will have more space in the club culture here and in Europe. Это хорошо, и потому что в будущем украинские артисты будут иметь больше места в как в своей культуре, так и в европейской. Because in Europe the club culture is stopped because the sound are changing more and more people in Europe don't like and don't play techno sound but change the music only house. Нас все меньше в Европе играют техно, все больше играют хаус и драйв. Yes. In Europe now the people call tech house, but in real it's house sound and have confused. The sound in Europe is confused. And now I think Ukraine is the first country that can impose your sound. Я думаю, что Украина сейчас одна из первых стран, которая продолжает продвигать технокультуру в Европе. Ну что ж, в принципе, и последний, и весьма значительный вопрос, которым задаются абсолютно все. Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, как тебе украинские девушки? What do you think about Ukrainian girls? I don't know why, but it's very small. It's very fat. Are very, very nice. Я просто видел, что весьма неравнодушные были взгляды на диджей Балет, Таманка. Да, ему очень понравилось. Очень понравилось. Да. Ну что, друзья, это был наш клуб Райан, специальные гости из Италии, Миди. Оставайтесь с нами и двигаемся вместе только вперед. Let's go. Cool. Bye. У нас все меньше в Европе играют техно, все больше играют хаус и драйв. Yes. In Europe now the people call tech house, but in real it's house sound and have confused. The sound in Europe is confused. And now I think Ukraine is the first country that can impose your sound here and the rest of Europe. Я думаю, что Украина сейчас
сейчас одна из первых стран, которая продолжает продвигать технокультуру в Европе. Ну что ж, в принципе, и последний, и весьма значительный вопрос, которым задаются абсолютно все. And скажи, пожалуйста. Which everybody like to know. Скажи, пожалуйста, как тебе украинские девушки? What do you think about Ukrainian girls? I don't know why, but it's very small. It's very fat. Are very very nice. Я просто видел, что весьма неравнодушные были взгляды на пиджак, балет, табачка. Да, им очень понравилось. Очень понравилось. Да, очень хорошо. Ну что, друзья, это был наш Club Prime, специальные гости из Италии, MIDI. Оставайтесь с нами и двигаемся вместе только вперед. Let's go. Cool. Bye.